Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем на Ротин РП, Центральный округ. Мы здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Также можете вводить мой промокод. За все это вы получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, будет такая интересная серия. Как вы знаете, хочу быть гангстером, хочу нормально стреляться. Пока что, конечно же, я плюс цен не научился. Не знаю, когда это у меня получится, но сегодня я хочу пойти на ВЧ и постреляться просто с военным, посмотреть, вывезу я или нет. Давайте сейчас купим бронежилет. Если он здесь есть, да, вот бронежилет. Покупаем. Так, а можно купить несколько бронежилетов? Просто, ну, как бы мне оно пригодится. Давайте купим хотя бы 4 бронежилета. Я думаю, нам это хватит вполне. И сейчас поедем еще купим оружие. Скорее всего, я куплю дигл и какой-то автомат. Возможно, снайперку, если она, конечно, там есть. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Так, все, прибежал магазин оружия, давайте посмотрим, что он здесь продается. Так, катана, парашют. Не, парашют нам не нужен. Хас, я думаю, тоже не нужен. Давайте купим дигл. Ну, 150 патронов, думаю, хватит. Дробовик, кстати, еще можно купить, 100 патронов. Так, это нам не нужно. И вот это еще, я думаю, купить можно. Ну и, в принципе, я думаю, все. Больше там как бы ничего не нужно. Сейчас поедем, короче, купим еще маску, потому что я забыл это сделать. Ну, чтобы нас на карте просто не было видно. И поедем, будем, короче, мочить военных. Я думаю, это будет очень даже интересно. Главное, чтобы меня деморн не посадили, потому что, пацаны, одному, я так понимаю, нельзя этого делать. Но я делаю все ради контента, поэтому за мной не повторяйте. Я тут, короче, военного встретил, говорит, тогда вы все. Я говорю, нет, конечно. Я тоже туда. Ну, братан, не знаю, ты туда или нет, но я-то не туда лечу, братан, нет. Какой вообще? О чем может быть речь, братан? Конечно же, нет. Так, сейчас, короче, полетим, куда-то припаркуемся. Я там уже вижу военных. Их достаточно немало, кстати, там, по-моему, еще мусора есть. Бля, главное, чтобы я не быстро слился, потому что это будет такое себе. Так, вон там чувак какой-то. Плюс цешит еще, ебать. Ого. Это, конечно, мощно, мощно. Блин, да их там трое, получается, да? Вон, по карте, если смотрите, их там трое. Давайте что-то попробуем сделать вообще. Не знаю, получится у нас что-то или нет. Бля, я не знаю, что мне делать, потому что, ну, они меня троем, я думаю, сольют. Тем более, один из них умеет плюс сэшить, а я этого делать не умею. Просто я хотел бы их по одному убить. Просто четверых я точно не вывезу. Но можно, конечно, постараться. Можно постараться. Так, вроде бы они убегают. Так, а если мы попробуем залезть вот сюда? Так, вон какой-то военный в АФК, походу, стоит. Так. Так, он убежал. А если на ангар залезть? Так, он сигналит, чтобы мы ему открыли. Давайте, может быть, его расстреляем. Он не может двери открыть просто, точнее, забор. Так, я вроде бы заныкался, но не знаю, он меня видит или нет. Походу, видит, да? Или не видит? Прям надеюсь, он меня не видит. Так, вон там челик какой-то. Ну, вроде бы, как он меня не видит. Так, попробуем бежать. Да, он, походу, нас не видит. Давайте пробуем его слить, значит. Если он нас не видит. В АФК вышел. Окей. Так, уже началась стрельба, пацаны, это уже интересно. Убил одного. Так, другой спрятался, по-моему, да? Один, короче, спрятался, давайте попробуем его догнать. Он вроде бы как меня не видит, бля, главное, чтобы меня не посадили, конечно. Так, он вроде бы меня не видит. Он забежал за это здание и вышел в АФК, как я понял. Ух, нихуя себе. Убил. Я его убил, но, бля, у меня хп маловато, конечно. Это, конечно, жестко, пацаны. Так, бля, у меня аптечки нету. Так, давайте броник хотя бы заюзаем. Я броник одел, короче, один. Так, я слил пока что двух военных, но это такой себе результат. Надо слить побольше. Но один, по-моему, в ФК стоит. А, не, он не в ФК, кстати. Он, кстати, не в ФК. Так, давайте сменил оружие.
И попробуем сейчас. Сколько тебе дать? Сколько дашь? 10к. Охуенно, пацаны, меня посадили. Все-таки не нужно было этого делать, я вам в начале видео этого говорил. Блять, ну я ожидал то, что такое будет, пацаны. Я просто глупый человек. Я так понял, он либо на меня в репорт написал, либо админ за мной спекал. Кстати, я в Деморгане сидел уже 2 года, пацаны, на родине. Это реально пиздец, пацаны. Все-таки, как бы, да, я слил 2 военных, но в итоге меня посадили на 5, на 6 тысяч секунд, то есть на 100 минут. На 100 минут меня посадили, пацаны, на 1:20 просто. Вот это реально жестко. Вот, пацаны, лучше так не делайте. Мой вам совет, реально. Лучше так не делайте, потому что, как бы, я вас предупреждал. Я вас реально об этом предупреждал, то, что меня могут посадить. И, как бы, это произошло. Я думал, конечно, проканает, но в итоге не получилось. Но, пацаны, как бы, мы теперь знаем то, что лучше такого не делать. Я надеюсь, вам понравилась эта серия, пацаны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.